in literature for 2015 is awarded to the Belarusian writer Svetlana Alexievich for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time. Новые книги пишутся. Еще как бы это две книги я сейчас. И даже не знаю, которая будет раньше. Одна книга любви. Сейчас я имею материал. Вот, например, одна женщина рассказывает, как она встретила своего мужчину. Рядом сидит парень, за которого я собиралась замуж выходить, да? И вдруг ходит мужчина. Я на него смотрю и начинаю улыбаться. Я вижу, что это входит что-то мое. Он рассказывает, он заходит в дом, и он теряет сознание, и 3 часа они не могли его добудиться. А я знаю, что такое любовь. Однажды я ехала с таксистом, и он меня узнал. Так серьезно будет говорить. И вы знаете, вот буду умирать, а у меня, говорит, только 2 минуты я был счастливым. Я говорю, когда же? Когда я пил вино из туфельки любимой женщины. Я люблю ходить вот в старое кладбище. И однажды я была вот в Грузии, как будто вот человек жил 3-4 года. Это древние грузинские обычаи. Когда человек умирал, там 60, 100 лет, он должен был сказать, сколько лет он был счастлив. Мы же говорим, почему, если у нас вот уже смартфон и все, со временем будет обмен мыслями. Чип будет стоять в голове, обмен мыслями, да? Но значит, есть какая-то реальность, через которую можно передавать эти мысли. Но если вот она спрашивала у меня формулу, что для меня любовь, это когда Бог дает нам утешение, чтобы не страшно было умирать. Конечно, в человека больше не во что. Зачем человек живет? Я ведь не пишу каких-то случайных книг, я сама ищу ответы.